Всем привет! Сегодня будем готовить замечательный летний салат. Для этого возьмем огурцы. Если вы хотите, можно их порезать просто вот так пополам. А хотите, можно сделать вот такими брусочками. В общем, как решите, так и готовьте. Я буду делать брусочки. Ну, это чисто дело такое визуальное. На вкус это не влияет. Теперь возьмем редис. И так как он не очень крупный, я его буду резать только вот так. Иначе с соломкой я его совсем уже измельчу. Так что вы ориентируйтесь по размеру редиса, который у вас есть. И тогда уже решайте, как его разрезать. Далее шинкуем капусту. И теперь измельчим вареные яйца. Добавляем их к салату. Добавим черный молотый перец и соль. Зелень на ваше усмотрение и на ваш вкус. И осталось заправить салат. Я буду заправлять майонезом, но его также можно заправить сметаной или не сладким йогуртом. Греческий йогурт подойдет отлично сюда. Все хорошо перемешиваем. Можно салату дать настояться, но в принципе не обязательно. Можно его сразу подавать к столу. Спасибо, что сегодня готовили вместе со мной, смотрели это видео. Подписывайтесь к нам на канал. Заходите в другие разделы нашего канала. Смотрите вкусные рецепты. Приятного аппетита!